Всем привет, ребята, меня зовут Олег, и вы находитесь на официальном канале Шарарама. И сегодня, в этот замечательный вечер, мы с вами посмотрим игровые нововведения, появившиеся во вторник. С вас лайк и подписка, а мы начинаем. Ого, а в лавке сладостей Жозе Эклера настоящий ажиотаж. Возле нее собралось огромное количество голодных смешариков, и всех надо накормить. Помогите кондитеру подготовить сладости, а в награду получите не менее сладкие призы. А сразу после турнира вы можете отправиться на праздничную распродажу от именинника и самого любимого огородника Копатыча. Заскочите к нему в гости на чай и забирайте подарки. Золотая осень в самом разгаре, а это значит, пришло время шутить. Для этого отлично подойдет смешутка «Листопад», доступная в подарок шарерам карте на 14 дней. Но только поторопитесь, ведь акция ограничена. А в затерянный каньон пришел монстрик, он решил начать тренировать питомцев. Быть может, и научит чему плохому. Нельзя этого допустить. Прогоните хулигана и получите в подарок трофейный костюм тренера. И не забывайте забегать на Умную гору и играть в Царь горы. А на этой неделе вы можете получить клуб и множество других ценных призов. А на этом обзор обновлений подошел к концу. Не забывайте ставить лайки под видео и подписываться на канал Шарарама. Удачи вам и хорошего настроения. Всем пока!